Нижний Новгород в 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА. В тяжелейших матчах БКНН против Умана Рейер Венеция черно-белые смогли выйти победителями. Перед ответной игрой нижегородцы имели в запасе 23 очка, и им нужно было их сохранить. Но сделать это оказалось не так просто. В Венеции Нижний Новгород начал агрессивно и открыл счет. Но итальянцы на правах хозяев стали давить и почти сразу набрали свои очки и вышли вперед 5-2. Уман Рейер играет жестко и часто фалит на KP. Кендрик привлекает к себе много внимания на площадке, и БКНН попытался этим воспользоваться. Тяжеловесы Хаммер и Драгичевич оставались в одиночестве, набирали так необходимые нижегородцам очки. В концовке первой 10-минутки Венеция все же нашла свою игру и за счет нескольких попаданий из трешки вышла вперед 19-12. Вторая четверть пошла в том же ритме. Итальянцы стали еще больше давить, и на подборах они были сильнее. Уже к середине нижегородцы все-таки нашли свою игру и приблизились к Венеции. И тут началась открытая игра со множеством фолов. БКНН искал свой шанс в позиционных атаках, тогда как Умана Рейер отвечала быстрыми контрвыпадами. Итог второй четверти 37-31. С быстрого перехвата и точным двухочковым от KP началась третья. Эмоции кипели и на площадке, и на трибунах Джузеппе Тольерчио. Две трехи от Евгения Бабурина придали игрокам БКНН уверенности и 49-41 в середине третьей 10-минутки. В концовке же итальянцы в очередной раз сфалили на Перри, когда он бросал трехочковый. В итоге три точных штрафных и 60-50 перед финальным отрезком. И опять же со штрафных началась четвертая 10-минутка. Два точных броска, и у БКНН появляется реальный шанс на выход в следующую стадию. Но на третьей минуте четвертой четверти Кендрик Перри получает травму и уходит с площадки. Вместо него игру ведет Иван Стрибков. Трибуны продолжают давить, а у итальянцев сдают нервы, и они снова фалят на трехочковой линии. Главный тренер Нижнего Зоран Лукич старается докричаться и успокоить свою команду, но из-за шума трибун его не было слышно. После нескольких ошибок Иван Стрибков все же положил важнейший мяч из-за дуги. Его поддержал Бабурин 73-62. А у итальянцев продолжал неистовать Стефано Танат, ставший самым результативным игроком матча. В этот момент площадку покинул Бабурин с 5-м фолом. Венеция тем временем выигрывала уже 18 очков за 45 секунд до сирены. А от запаса нашей команды осталось всего 5 после первого матча. Игра постепенно перешла в тактическую битву на фолах. И, к счастью, Владимир Драгичевич все 4 реализовал точно. А два важных подбора Георгия Жбанова помогли сохранить преимущество по сумме двух встреч. Итог 84-66 в пользу Венеции и 156-161 по сумме двух встреч в пользу Нижнего. БКНН – первый российский клуб, который смог выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов ФИБА за всю историю турнира. Следующим соперником станет победитель пары УК «Мурсия» и Испания – Антверп Джайантс Бельгия, который определится сегодня вечером. Поздравляем нашу команду с победой и вперед за Нижний!